Привет всем любителям острого перца. Это канал 18 соток, и сегодня будем готовить тайский сладкоострый соус из слабоострых сортов перца. Для приготовления этого соуса нам понадобится слабоострый сорт перца. Я взяла аджидульчи ред, его острота от 0 до 50 единиц по шкале Сковила. Чтобы добавить немножко остроты этому соусу, я взяла один небольшой кайенский перец. Также нам понадобится 2 зубчика чеснока и 1 чайная ложка молотого имбиря. Также нам понадобится в равных количествах по 125 мл белого винного уксуса, воды и меда. Также нам понадобится половинка чайной ложки соли. Теперь я подготовлю перец. Я удалю из него семена. Также подготовлю имбирь, я его очищу и натру на терке. Мы подготовили перец. Натерла я на терке имбирь, обмерила 1 чайную ложку. И сейчас все ингредиенты мы загрузим в блендер. Отправляем туда перец. Добавляем туда имбирь, добавляем туда соль, уксус, вода и мед. Все это туда отправим и будем перемалывать до однородной массы. Когда соус примет гладкую консистенцию, мы будем наш соус варить. Так, отправили весь мед. Мед брать нужно жидкий. И включаем блендер. Мы измельчили наши продукты. Соус стал вот таким вот жидким, но он таким и должен быть, потому что мы поставим его на огонь и будем кипятить его 20 минут. За это время он потеряет влагу, он уварится. Выливаем в кастрюльку. Опять же, лучше с огнеупорным толстым дном. И ставим на огонь, да? Кипение доводим на большом огне, потом огонь уменьшаем и варим 20 минут. Поставили соус на огонь. Ждем, пока закипит. Вот такой он жидкий, но видны вкрапления перца. Так и должно быть. Соус получается тогда красивым. И ждем, пока закипит, потом убавляем огонь. И увариваем соус 20 минут, при этом постоянно мы будем помешивать, чтобы соус не пригорел. Вот соус наш кипит, уже видно, что он загустевает понемногу. Это все благодаря меду. Когда соус потом готовый постоит, он будет более густой. Прошло 20 минут. Выключили огонь и теперь даем нашему соусу полностью остыть. Вот он немножко уже загустел, постоит, остынет, станет гуще. Остроту этого соуса вы можете регулировать добавлением перца чили по своему вкусу изначально. Пробуйте, добавляйте или оставляйте его таким слабоострым. Соус остыл, он загустел. Вот такой он имеет вид. Его хочется сразу намазать на хлеб и скушать. Он очень вкусный. Он хорошо подходит к сосискам, к курице, к наггетсам, к любым продуктам этот соус подойдет. Готовьте его, получайте удовольствие. Вам он точно понравится. Оставайтесь с нами на канале. Будем готовить другие острые, не очень острые соусы. Всем пока!